С 2012 года я занимаюсь изготовлением дубликатов ключей в городе Самара. Я зарабатывал от 30 до 100 тысяч рублей в месяц. Со временем мой доход стал сокращаться. Ключников в городе с каждым годом становилось все больше и больше. Для себя я нашел вариант. Я дополнительно стал оказывать услуги по заточке бытового инструмента. Если раньше клиенты приходили ко мне с дубликатом ключей, то теперь они стали дополнительно приносить на заточку свои инструменты. Меня зовут Владимир Сидоренков, а это ленточный шлифовальный станок Adems Tesar. На нем я затачиваю бытовой инструмент, а именно топоры столярные и кухонные топорики, ножи охотничьи, складные, бытовые, ножи прямые для электрорубанка, стамески. В бытовом инструменте самым востребованным являются ножи. По итогу 2020 года в нашей мастерской за год было заточено. Бытовых ножей 2244 штуки на сумму 351 420 рублей. Охотничьих ножей 292 штуки на сумму 127 600 рублей. Складных ножей 152 штуки на сумму 46 600 рублей. Топоров 106 штук на сумму 26 тысяч рублей. Прямой нож для электрорубанка 66 штук на сумму 16 тысяч рублей. Стамесок по дереву 164 штуки на сумму 36 100 рублей. У каждого дома есть нож, а зачастую и не один. Каждому ножу со временем требуется заточка, а заточить нож на станке Adems Tesar это просто. Сейчас покажу. Нам понадобится абразивная шлифовальная лента, угломер. Зажимаем нож в держателе. Выставляем необходимый угол заточки. И все. Затачиваем. Станок Adems Tesar интуитивно прост и понятен. Он компактен, не занимает много места и довольно тихий. Есть возможность быстрой смены и регулировки шлифовальной ленты. Оснащен частотным преобразователем и инвертором, что позволяет вручную выбрать и настроить скорость и направление движения шлифовальной ленты. Присутствует поворотный столик с регулировкой наклона, который упрощает ручную подачу и работу на станке в целом. Отдельно хочется отметить доступность расходных материалов. Станок работает с абразивной шлифовальной лентой диаметром 915 мм. Главное преимущество – не нужно закупать инструмент или следить за товарно-материальными остатками. Материал, с которым нужно работать, несут сами клиенты, а затраты на ленты составляют 1500 рублей в месяц. Теперь самое главное. Стоимость станка в полной комплектации – 70 070 рублей. На заточке одних только ножей в марте месяце моя мастерская заработала 43 812 рублей. То есть станок себя окупает за 3-5 месяцев. Приобретайте станок Adems Tesar и начинайте дополнительно зарабатывать на заточке инструмента. Adems. Заточен на лучшее.